Всем привет, ребят, с вами я, Родик, и сегодня мы с вами снова играем в Майнкрафт. Ребят, прямо сейчас напишите в комментариях, какое у вас время, то есть в какое время вы смотрите мое видео. Прямо сейчас, ребята, мы пойдем в гости к сказочному патрулю, а кому именно, вы узнаете чуть позднее. Но перед этим давайте проведем офигенную викторину. Хотите найти завтра под своей подушкой MacBook, iPhone, пачку с деньгами или коробку конфет? Тогда за 3 секунды вы должны подписаться на канал и поставить лайк на видео. Давайте, я начинаю отсчет. 1. 2. Ребятки, давайте быстрее, вот уже скоро будет. И давайте, ребята, вам всего лишь нужно подписаться и поставить лайк. 3. Все, ребята, кто успел, вы молодцы. Смотрите. Вы подписались, поставили лайк. Теперь смотрите, на какую цифру заканчивается ваш лайк, и смотрите на картинку на экране. То, что вам подходит, вы найдете завтра под подушкой. Я вам обещаю, завтра загляните, и вы просто офигеете. Ну, либо по названию ролика уже узнали. Давайте соберем немного еды, уже кушаем. И посадим назад, чтобы зрители на нас не ругались. И, ребята, мы сейчас пойдем в дом «Сказочный патруль» в гости. И посмотрим, как там дела. Кто-то опять грядку разломал. Смотрите-ка, какие злые люди. Так. Кстати, в последнее время куда-то стали пропадать жители из деревни. Я пока что не знаю, куда. Так, а где Аленка? Я же вроде приходил сюда. Она была. Мы договаривались с ней поиграть, но... Ребят, сейчас ее нигде нет. Странно. Ладно, давайте сходим до дома, поспим и вернемся. Может быть, она пошла подруги с ночевкой. Кто знает, ребят, кто знает. Поэтому давайте пойдем поспим. Только сейчас мне нужно вот это закрыть. Поспим как раз. Ой, монстры. Рядом есть монстры. Что? Ребята, а где монстр? Вот он. Вот это монстр? Это же обычный маленький зомби. Какой монстр? Ладно. Все, ребятки, идем, направляемся спать. Закрываем дверь и ложимся. Опять монстр? Кто на этот раз? Блин, ребята, не могу поспать. Ладно, давайте тогда не будем спать. Пойдемте скорее к Аленке в ее дом. Так, ладно. Кстати, ребята, кто смотрел мультик «Сказочный патруль», напишите в комментариях, что я смотрел. Так, что-то странно, она куда-то пропала. И шкаф как-то странно стоит. Стойте, а что вон там? Так, ну-ка. Ребята, мне кажется, или там какая-то лестница? Напишите в комментариях, там есть лестница или нет, прямо сейчас. Если есть, то мы попадем туда каким-нибудь образом. Сдвинем шкаф или сломаем вот эти блоки. Только, ребят, напишите, есть ли там лестница. Так. Так, ребят. Ладно, лестница есть. Окей, ломаем блок. И прямо сейчас спустимся. Так. Что здесь? Ё-моё, вы кто? Так, стойте, ребят. Ребята, стойте. Это что? Ребята, это куча Аленок из сказочного патруля. Но почему они меня бьют? Я ничего не вижу, просто ладно. Почему-то мы убиваем их с одного удара. Может быть, это клоны? Так. Сейчас мы с вами разберемся. Так, тут еще паутина какая-то. Паук! Ребята! Так. Но эту я не могу ударить. Ладно. Странно, очень странно. Какое-то страшное место. Посмотрите. Повсюду кровь, куча скелетов. А еще здесь какие-то лаки-блоки. Так. Ребята, я думаю, нужно сообщить в полицию. Напишите в комментариях, как вы считаете, сообщить прямо сейчас в полицию или нет. Пусть лучше полиция с этим разберется, потому что я на самом деле действительно не знаю, что здесь происходит. Пока что мы просто с вами ломаем лаки-блоки. Куча эндерперлов, которые 100% нужно забрать. Так. Блин, ребята, куча просто сундуков. И куча лаки-блоков. Лаки-вилладжер. Он продает какую-то хрень, поэтому мы... Яйцо дракона! Так, что же можно убрать? Деревянную дверь, мы ее и так скрафтим. Так.
К сожалению, я не могу даже с ней разобраться. Блин, почему? Так, ладно, я знаю, как я с ней разберусь. Это сделает за меня динамит. Так, ребят. Отлично. Блин. Пол деревни разрушил. Так, быстро собираем землю. Сейчас будем восстанавливать пол, пока жители не проснулись и не увидели это. Иначе мне будут кранты. Так, поднимаемся. Блин, ребята, нужно срочно идти в полицию и заявлять об этой пропаже. Ё-моё, жители меня убьют, если узнают, что я взорвал просто их деревню, ребята. Просто всю деревню, смотрите. Так, ну ладно, в общем-то, вроде бы и даже незаметно. Так, окей, ребят, пойдемте скорее в полицию. Пойдемте, побежали в полицию. Сейчас мы с ними разберемся, что произошло вообще и куда делась Аленка. Так, побежали, зомбарь. Ё-моё, тут еще и криперов куча, и еще зомби в броне. Так, ладно, быстро бежим в город. Так, ребята. Ой, что это? Что это? У меня как-то подлагало. Причем очень сильно. Так, ладно, ребята, бежим скорее к полиции. Так. Давайте. Здравствуйте, я бы хотел оставить заявление. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Роудик. Что у вас случилось, сэр Роудик? На дом Аленки из сказочного патруля кто-то напал, она пропала, а также там кто-то что-то взорвал, нужно, чтобы вы проверили. Хорошо, сейчас я позвоню в скорую, и мы вместе с нарядом полиции и скорой туда приедем. Хорошо. Так, а что мне теперь делать? Вы можете подождать здесь, а можете идти домой, как вам угодно. Ладно, так, ребят, пойдемте тогда домой. Мне нужно просто сложить вещи вот эти все в сундук. Потому что у меня просто полный инвентарь. Кстати, до дома можно долететь. Как вам такая идея? Давайте прямо сейчас воспользуемся эндер-жемчугом и полетим до дома. Так, давай. Так, а где мы? Кстати, мы почти у дома. И у меня болит горло, ребят. Поэтому и у меня першит оно. И иногда я могу вот так вот делать. Так, у меня кончился голод. Я, к сожалению, не могу добежать до дома. Но я могу поставить яйцо дракона. Давайте поставим яйцо дракона и... Так, все складируем. И посмотрим, что у нас вообще по итогам есть. Так, я знаю, что золотые яблоки нам с собой точно всегда нужны. Эндер-жемчуги тоже нам появятся. Солнечная панель. Ребята, теперь у нас дома всегда будет электричество. Так, солнечную панель мы поставили. Это очень хорошо. Так, лампы. Офигеть. Офигеешь. Так, ребят, давайте поставим лампы. Как раз таки тут 4 штуки, и мы можем на 4 части нашего дома поставить эти самые лампы. Так, и это будет очень круто смотреться. Ставим, смотрите. Оп. Вот таким вот образом. И делаем лампы. Вы только посмотрите, как сразу наш дом становится лучше. Кстати, почему-то здесь замурована лестница. Хотя я ее не муровал, она должна была быть такой, какая была, но кто-то ее замуровал. Так, а тут что? Я не понимаю, что это? Так, лестница какая-то, ладно. Ну, наверное, это та лестница, которую я не смог убрать. Давайте тогда мы вот это все уберем и сделаем, как было. Потому что я даже не знаю, откуда здесь лестница, откуда здесь все эти вещи вообще. Так. Ладно, ребята, нам с вами нужен верстак, чтобы тут кое-что починить. Кое-что починить и сделать вот так. И тут блока нет. Очень странно. Ладно. Ребята, в последнее время какая-то мистика происходит в деревне жителей. И, если честно, мне за это очень страшно. Так, что у нас в сундуке? Ничего, ладно. Блин, кстати, у нас кончается еда. Голод. Скоро персонаж начнет... Так, возьмем тогда жареную картошку и яблоки. Так, давайте, ребята, покушаем. Прямо сейчас мы покушаем. И складируем все вещи назад по сундукам. Отлично. С вами был Роудик. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.